Тысячелетняя Казань, мой любимый город. Люблю твои проспекты и улицы. Как много связано в жизни с тобой. Здесь прошла моя юность, мое становление в профессии, мое знакомство с культурой, татарской хореографией и победами в конкурсах. Моя любовь к Казани безгранична. Вся сознательная жизнь прошла здесь. И сегодня, в свой 50-летний юбилей, я признаюсь через музыку, песни и танец в любви к родному городу. Казань, восточный твой узор, кремлевских стен ночной дозор, является мне, где порой история твоя. И сколько мне не будет лет, пусть маяком послужит мне твоих огней зовущий свет за стенами Кремля. Человек, живущий творчеством и танцем, воплощает на сцене невероятные яркие образы, пропагандируя искусство сольного танца. Каждый его номер – это театр одного танцора. Сегодня Айрат отмечает свой 50-летний юбилей – круглую дату. Он решил отметить это событие на сцене, вспомнив свои лучшие танцы и танцевальные образы, созданные за 30 лет творческой жизни.
Все эти годы Айрат выступал на сцене татарской эстрады, через танец признаваясь в любви к родному городу, который пленил его своей красотой и вдохновил на творчество. Елмайып кояш карый, шатланып кышлар сайлый, туган якның назлы жиле дулкын шешімні барай. Қазаным, башқалам, мен бәхітлі бір балам, гүл шешекли юлларымның келешегіме барам. Башқала дилер сені, ташқала дилер сені, көпні көрген, мін ешеген, аққала дилер сені. Қазаным, башқалам, мен бәхітлі бір балам, өттенлеріні барлый-барлый, келешегіме барам. Тусын синде нәниләр, шат яшәсен әниләр, яклаушыбыз, саклаушыбыз булсын һәр шак әтиләр. Казаным, башкалам, мин бәхетле бер балам, дәртле биюләр биеп, киләшәгемә барам. Дорогие друзья, вас приветствует народная артистка Республики Татарстан Айгель Бариева, а также лауреатом международных конкурсов Ирка Гильмахаметова и Айгуль Зайнуллина. Здравствуйте. Матур көндә, аның дөньяны тутырган өчен, шундый матур тәрбия биргән өчен,
Am etiketlerek Rusya'da birçok şey etiketim çünkü bunlarda Vlamaşlar da var ayrı unikal insanlık. Таких людей я даже сегодня сказала, тебе нужно подать на книгу рекордов Гиннесса. Где вы еще видели танцующего доктора? Это же профессиональный, да, профессиональный врач и профессиональный танцор. Чтобы так хорошо получалось и там, и тут, я думаю, таких людей, да, можно по пальцам пересчитать. И мало того, что он сам танцует, он еще и обучает этому. И на самом деле, спасибо Айрату, я думаю, какой сам Айрат, такие же и люди собрались сегодня здесь. Спасибо, что пришли. Ну, сегодняшний вечер, когда Айрат выбирал репертуар, а он это делал сам, лично, у него было желание именно, чтобы это были те песни, которые знакомы всем вам, чтобы мы не просто слушали, а подпевали вместе с нами, пели, чтобы это был просто душевный, настоящий вечер. Следующую композицию, следующую песню Элина Яуранджевна Сесбарас Дашлы Блясес Риф Гатаулин Кине, кстати, она тормошит тяжелый музыкал до утра, Рахмет Килюзге Риф Агумзекилев, надо познать, как ваше Кулчавы, да, Риф Агумзекилев Yeah.
С 91 по 95 год я учился в Благовещенске, в Благовещенском медицинском институте. И в 95 году приехал в Казань, и в 97 году решил поучаствовать в фестивале искусств татарской студенческой молодежи Ярымлы-Яз под председательством Народной артистки Республики Татарстан Вафиры Гизатуллиной. На этом конкурсе мне, студенту-медику, посчастливилось познакомиться с теперь уже корифеями и мэтрами татарской эстрады, а тогда студентами Лилией Мулагалиевой, Алсу Абульхановой, Лейлей Даулятовой, Русланом Бахадуром. На конкурсе в первом туре я показал тогда новый танец «Павлин», а во втором туре татарский танец и получил гран-при. И это послужило мне путевкой в жизнь, в мир татарской культуры и эстрады, и началом моего творческого пути на сцене Казани и Татарстана. А дальше были конкурсы в Сочи «Надежда Европы», где я познакомился с моим кумиром Махмудом Исамбаевым, и победы на конкурсах «Кубок России» и «Кубок Европы» в номинации «Соло», а также участие в телевизионной программе Первого канала «Минута славы». Но все начиналось здесь, Национальный культурный центр «Казань». «Священная птица». Этому танцу 28 лет. Thank you.
Лауреат международных конкурсов Ильнур Галиев. Вальс Сайдашева. Thank you.
сейчас прозвучит романс на русском языке. Наверное, нет на свете таких людей, которые не любили бы эту певицу, эту большую, великую актрису. И сегодня с удовольствием мы вспомним про нее тоже, и я спою. Это моя любимая певица. И спою романс из ее репертуара. «Для чего ты сказал?» из репертуара Анны Герман. Чего ты сказал?
Татарскую профессиональную музыку. Он стал одним из тех музыкантов, благодаря которым национальный фольклор обрел свежее современное звучание. Салих Сайдашев стал первым татарским композитором, которому удалось объединить национальные мотивы с профессиональной музыкой. На жизненном пути Салиха Сайдашева были как моменты всенародной славы, так и периоды гонений. Но даже в годы опалы татарстанцы не переставали восхищаться талантом выдающегося земляка, ставшего поистине великим сыном своего народа. Эдрен Дингес, Зенгер Дингес, ой, Зенгер Дингес, Култыклары езді сегіз, ой, езді сегіз. Өзінің батыр ұлларына, ұлларына күрәш дәрдін берген деңгіз, берген ол деңгіз. К творчеству великого татарского композитора обратился и Айрат, создав танец на песню в исполнении великого татарского певца Илгама Шакирова. Танец Эдрен Дингес. Thank you.
Сцене дуэт Аксу. Так фьюжн. Инструментальная композиция. Yeah.
печалятся в разлуке, и нет для них страшнее муки молчание собственных детей. Не забывайте матерей, они ни в чем не виноваты. Как прежде их сердца объяты тревогой за своих детей. Пишите письма матерям, звоните им по телефону. Они так радуются вам, вашему любому поклону. Не забывайте матерей, ведь для молчания нет причины. И глубже с каждым днем морщины от равнодушия детей. Средь суеты и праздных дней услышьте, господа и дамы, болит душа у вашей мамы. Не забывайте матерей. Пишите письма матерям, звоните им по телефону, они так радуются вам, любому вашему поклону. Для каждого из нас самый важный человек в жизни – это мама. Эми. И сколько бы не было лет нам, мама – это наша путеводная звезда, которая всегда рядом с нами. Я сам не могу.
примерно айрат мандайнисы и войны там бәлкі мына зоғынан тұршылар бар кімдердің енді әйтейін әлесен түгіл қолдағы шығар оларға дұға болып барсын.
вся моя жизнь посвящена медицине. В 1997 году я закончил Казанский государственный медицинский университет и 20 лет проработал участковым врачом в 20-й поликлинике города Казани. И даже в 2008 году был номинирован на премию Акша Шакляр «Лучший врач года». Но 5 лет тому назад я ушел из государственной сети в частный медицинский центр «Биомед», где работаю врачом, гастроэнтерологом, эндоскопистом. Я очень люблю свою профессию и стараюсь помочь пациентам, и рад, что у меня это получается. Но мне приходится достаточно много работать, учиться. Я благодарю своих пациентов. В прошлом году они выдвинули меня на премию «Продокторов». Я вошел в тройку лучших врачей Татарстана. Я учусь у лучших врачей, профессоров мира. Был на Панамериканском конгрессе гастроэнтерологов-эндоскопистов в Бразилии, на Всемирном конгрессе гастроэнтерологов в Стамбуле, прошел стажировку в Израиле, клиника Асута. Я осваиваю новые технологии, новые методы диагностики. С надеждой смотрю на будущее, на свою профессию. И очень рад, что у меня именно такая судьба. Судьба, связанная с медициной. А сейчас в исполнении Айрата вы увидите новый танец и новый образ, поставленный прекрасным хореографом Народной артисткой Республики Татарстан Харизой Хамитовной Нигматуллиной. Я шахмат.
На сцене вокально-инструментальный дуэт «Аксу». Сегодня прекрасный вечер, а я вот всех нас радует своим творчеством. Сейчас мы хотим для вас спеть песню о родном крае, потому что вот наша республика, наш народ очень талантливый, и Айрат этому доказательство. Айрат Сухар Бригарят, Живыгос, Туван Яд, Киттек!
В Казани я встретил свою любовь, жену Венеру, которой я безмерно благодарен за вдохновение, поддержку и любовь. И здесь родилась наша дочка Амаль. Алло, пап, привет! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе всего самого наилучшего! Желаю тебе очень крепкого здоровья! Пап, спасибо за то, что ты мне помогал во всех начинаниях. Я хочу, чтобы ты оставался таким же радостным, таким же позитивным и таким целеустремленным. Я тебя очень сильно люблю. В мире, таком необъятном, нет больше пустоты. Я бесконечно счастлив, зная, что в нем есть ты. Я благодарен случаю, я благодарен судьбе за то, что памятным вечером ты повстречалась мне. Я благодарен Богу за то, что среди суеты на этой земной дороге вместе со мною ты. Спасибо тебе, родная, за то, что у нас наша дочь, за то, что ты есть такая и в сердце моем. День и ночь. Большое тебе спасибо за то, что ты вместе со мной, за то, что ты так красива и так прекрасна душой, за то, что все эти годы, которые выпали нам, делила со мной невзгоды и радости все пополам. Thank you.
Kiletlerim, kiletlerim. Hem elbette öyle mi diyorsan. Ya, ya tabi oturuyorum. Kiletlerim diyorsan. Hem elbette uzunun işine medeniyetle koru. Hani настоящий творчеством оцениваем, да? Он и живет так же. Эрата Розин Чинку, мы это видим, Вильям Гуля, Исерник Соулсина, Хаухата Сесеша Троясен. Бизнес оплат тұрасын, әхәмінде әлбетті әлі бізінің барлық бейулерінде, барлық көмілерінде бізін әлі табиғи шекілігін әтігіл, әдәне әдәбанында байындасын. Рахмет елісін. Команда, бір сұрыста ешен елатан әлісін өзіне қосылса, сіздер өзіне қалам, бүргенде үйінгі шәрәді, мақызына қалды күнеріңізді. Ах, уж там, там.
сиырының татуы жерінде. Башқа үлдер мина керек түгіл, қиялым жоқ менің бұл қақта. Әкеттегі күнік матурлыққа көз алдыңызға көп бөлі ұлдарда. Шушы ижат чешмесінде ұзын ұзақ ұйлар бірге қайдарға ясын. Тағы мұр тапқыр юбилейін сілә сізді. We'll be right back.
Счастье дарить вам свое искусство, чуточку себя для вас. Спасибо.
большое. Спасибо, просто огромное. Я хочу поблагодарить, просто огромно поблагодарить сегодняшних артистов. Айгуль Балеева, народная артистка Республики Татарстан. Произошло. Низкий поклон. Айгуль Зайнуллина. Спасибо, я хочу поблагодарить своего бессменного хореографа, репетитора, народную артистку Республики Татарстан Халису Хамитовну Нигматуллину. Вы здесь, братья, пожалуйста. Очень прошу. Пустите нам на меня, мне все получается. Спасибо большое. В то же время вы всегда сохраняли себе вот этот вот потенциал
творческий, и продолжаем его развивать, никогда не останавливаемся. Назбақты, әлі дұға, әлі жүр, Алла берса, Құдай құрса, барысы да әйбәт болым. Әр күн ертен еқымнан шуны әйтіп ұянам, күн ішінде әлі неше қабатлым анық аман. Алла берса, Құдай құрса, барысы да әйбәт болым. Сіз де қабатлағыз, достар, зияны ек ұл сізнің, бәқіті көп бұладилер шулай әйткен кішінің. Алла берса, Құдай құрса, барысы да әйбәт болым. Барысы да әйбәт болар. Мы благодарны, что сегодня вы были с нами. Дай Бог, чтобы все-все-все у нас было хорошо. Еще раз, еще раз, еще раз с юбилеем!